Не детектор лжи, а настоящее психологическое обследование. Психологи Мирного проверили уровень стресса у более 200 сотрудников Алроса с помощью спецоборудования. Трекер, похожий на полиграф, проверяет состояние нервной системы. На каждый результат у психолога индивидуальные рекомендации, но есть общая тенденция. Практически никто из управленцев, даже из средних управленцев, ведущие специалисты, начальники отделов, абсолютно никто не может расслабиться 100%. То есть когнитивная сфера всегда работает, уровень активности, именно интеллектуальной активности, он практически всегда 100%. Психофизиолог чем хорош? Здесь из 16 методик 3 – это психофизиологического тестирования и 13 – именно психологического исследования. Здесь есть 13 психологических методик. Психофизиолог работает по принципу кардиограммы. Зеленые трекеры надевают на человека. И программа тут же выдает параметры центральной нервной системы – работоспособность, внимательность и реакцию на стресс. На что я потом ему рассказываю, говорю, рекомендации даю. Вот. И даже там предлагаются такие рекомендации, как посещение, консультация кардио или кардиолога, например. Да. Клиент тем самым он задумывается или принимает решение, или наоборот подтверждает свои, вот, на основании чего у него такие низкие показатели. Помимо диагностики, желающие получили лечебный массаж от специалистов из Москвы. Врачи приезжали в Мирный в рамках профилактической программы «Территория благополучия».